Очень красиво. Все отлично, ребят. Наконец-то сняла коровий хвост, блин. Коровий хвост. Мне очень нравится. А знаете, как мне приходилось долго его сушить? Укладывать? Ой, бедно. Я не знаю, как Кристо выдержала. Вот в такой вот резинке. Бедная. Дочь моя. А губы какие? Ну, побольше. Это может... Передать привет ее Маша, звать Егор. Манечке Егоровой привет огромный. Простите, я тут немножко не могу говорить постоянно. А нижний мы покрасим, Зай? Простите, да. Привет, всем привет. Дорогие друзья, не забывайте подписываться на моих друзей в правом верхнем углу. Забирать все подарки, которые я вам купила. И не пропускать эфиры. Говорят, что такую красоту бы не смывали, неделю бы ходили. Спасибо. Какой цвет хочешь? А ты... Может, нюд? Красный? Нет. А какой? Чуть-чуть. Какой? Моя булочка! Какой какой-нибудь, может? Мне подойдет. Помню. Thank you.
это амбре, да? Да. Это модно же, да? Да. Очень красиво. А какие? Ты мне под хачку? Нет. Очень. Кусаешь, да? Да. Я нет, еще кусаю. Я тоже, ну не надо. Нижняя, нижняя, нижняя. Ой, а что с прической? Собрать хочешь? Я не знаю. А какие варианты у нас? Можно собрать. И локоны будут у тебя, и все, и это самое. Пучок можно какой-нибудь. А ты думаешь, что лучше? Я не видела твое платье, оно с полки. А-а, короткое. Давай в любом случае подзовем и потом соберем. А-а. У пятого тише. Или шесть. Я для того, что ну так. Супер. Слушай, а я видела, ты куда-то... Ну, я же смотрю твои. Да сейчас она мне просто с этим дивом опять отобрала. Сторис ее смотрю, мне так нравится. Конечно. Ты куда-то ходила на мастер-классы. На какие? А, это я моделью ходила. Моделью она ходила, да. Да, стилист международный, просто я как себе преподаватель рассматривала на повышение его. Мне интересно было, как он там работает. Ну, мне там прически делают. Ну, как очень ей. Очень классно, да. Ей так идет, да. Ну, там мастера с десятилетним там опытом вступают. Ездит по миру со своими мастер-классами, но... Где-нибудь и я буду ездить. Будем с тобой устраивать. Конечно. Рум. Ой, рум-тур. Тур. Бьюти-тур. Надо, Маша. Ну, надо, Машенька, надо. Ты одну и ту же трёшь, а вторую нет. А на самого начала протрёшь. А ты реально её трёшь, а трёшь одну. Так, всё, волосы? Да. Ты что, думаешь, я сотру что-то совсем? Так, а губы, Маша? Не делай такие. А то всё нюд-нюд. Красный, красный. Очень красиво. Амбре. Так, все, друзья, выхожу из эфира, потому что нужно телефон позарядить. А можно, пожалуйста, подойти? О, Инна, я так по тебе соскучилась. Лисушка. А, вот я же тебе сказала про нее, только что говорила. Вот. Ну да, я потом скажу. У нее пудрик специальный. Боже, я резину что-то не... Молодец, правильно. Ой, дорвалась до второго. Ой, Кась. Прочесывать тебе тоже надо сказать, да? Ой, да, про Люберу. Да вот, конечно, я прям... Без ресницы, мы ресницы там. Да, 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 ты понимаешь. Да. Маша, вообще. Они у тебя длиннее, чем у меня.
вообще. Да, 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 очень люблю. Мар, давай я тебя сфотографирую. Не надо. И, кстати, густота хорошо. Еще как это еще здесь не окрасить, понимаешь? Вот что делаем сейчас? Я сначала их все забью, потом посмотрим, как тебе с лицами. Либо мы соберем, либо оставим так, и чуть-чуть дать добавлю объем. Давай, давай, давай. Маша, спасибо за эфир, очень интересно. Пожалуйста. Всегда пожалуйста. А мы что, сегодня будем сделать? Не будем? Не хочешь? Почему? А может, вот эти плятки? Сегодня красить нужно просто. А, ты красить? Да, сегодня до вечера. А что тогда будем делать? Так вот, наверное, поставить? Да, не знаю. Что бы ты ни делала, тебе все равно будут... все равно будут распределять и что-то... Нет, она же сможет распределиться, мне кажется. Почему? В смысле, когда тебе мыть? Нет, вначале она будет красить, а потом уже мыть. Ну и будет. Не все равно, да. Это абсолютно не играет роль. Маш, ты что-то не в курсе. Короче, как хочешь. Так, нет, 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 не так. Нравится? Нет, мне вообще я думаю. Что? Сейчас у меня хвост любит. Да какой хвост? Все. Хвоста сейчас нет. Ну вот так вот, смотри, когда вот у нее немножко здесь стоит, еще ладно. Я ее не люблю, когда уж очень. Ну, можно объемчика добавить? Смотри, давай на бок сделаем. Да, они будут так лежать. Не будут? Конечно. Я играть должна, трясти головой не... распадутся. Ну да. Может так будет заколот? Они же, ну ты же видишь. Ну она же делает. Нет, Маш, а тут прямые сейчас надо завивать волосы немножко. Чуть-чуть их надо залить, да, как-то. Знаешь, помнишь ты, как ты делала что-то такое себе? Ну да, это нормально было откуда? Да, 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 да. Либо совсем их убирать. А как совсем? Да, либо совсем убирать. И все назад убирать вот так. И прикалывать, чтобы тебе не мешало. Вот ей, вот нет, если убирать, то вот так. Зачем? Вот, это низкий хвост и все. Или пучок. Да, давай пучок, все. У меня вариантов нет с этим волосом. Нет, кудри, кудри. Не хочешь убирать? Давай забьем, не знаю, это будет с короткими, это не знаю. Ну нормально будет, да? Помнишь, у тебя было красиво, смотри. Да? У тебя было как пикаре, да, потому что... Наоборот, не будет видно в этих переходах. А, да? Да, да, да. Так видно. Пока еще. Обучалась ты, да? Или просто... Нет, я не обучалась, просто модели. А, просто модели были, да? Да, они на мне, ну, сделали прическу, и все, чтобы я пофоткалась. Что они сделали? Прическу сделали, а я там пофоткалась, все. Mm-hmm. Ну, меня как-то пофоткалась. Ну, это что? Просто для себя. Просто развеяться и что-то посмотреть. Там. Ну, добрый. Да. Всегда, когда человек учится, это хорошо. Ты знаешь, я даже... Она уже в возрасте большом, она всегда тоже любила посмотреть, что-то послушать интересное, мастер-классы. Ну, всегда для себя что-то найдет человек. Да, до конца работаешь, всегда училась, дирижер. Так, дорогие друзья, время не теряем, подписываемся на всех моих друзей. А вы работали по музыкальному? Ну да, я в театре работала. Я всю жизнь проработала в театре. Одно время в филармонии, а потом снова в театре. Так, все, дорогие друзья, я выхожу, подписывайтесь на мой